Разговаривай по телефону, по санкционному доставку. Нет. Народ, эти взрослые, сказал себе маленький принц, продолжая путь. На второй планете жил честолюбец. О, себя. Вот ты почитатель. Thank you.
Спасибо.
Thank you.
Что за так? Никогда. Папа туда скажи. Что?
них спрошу. Мама! Чё ты? Там какие-то люди. А ты иногда пальцами показываешь. Я заговорю по телефону, по санкционному доставку. То есть очень хорошо, я очень рада, что я на самом деле с вами. Да, да? Можно не ездить по моим. Нет, побледнее.
Субтитры сделал DimaTorzok.
здрасте. Давай. Она наелась уже, за все равно заелась, не хочет. Ну, главное, как интересно, да? Ну, я по-моему.
Сам грызну мой. Единственное, на самом деле.
моем случае тебе это не смущало. Я просто как дуб такой. Столько всякой хуйни, а мы мемы делаем и не сдаемся. Не может быть, она бы не была интересна. Это мне креативно. Креативно. Ну, взять креативно. А он такой побежал, это с коробкой отогнул. Побежал туда. Я говорю, что ты коробку прячешь? Thank you.
Она говорит, я слышу голос. А мне блондинка на спину. Появилась блондинка.
Ну, это ты так ее несешь, как будто...
такой, будто он потерпел бы никаких возражений. Странный народ, эти взрослые, сказал себе маленький принц, продолжая путь. На второй планете жил честолюбец. О, себя. Вот ты почитай. А что вы нас снимаете, мы не согласны? Так и написано, блядь, или так? Ебанашка, блядь. Я потом 40 копеек узнал. Thank you.
24, 26, дробь 11, 28.
Стой, зайдем. В камеру посмотри. Саша. Нет.
Сейчас с вами приходим.
нормально. Придут сами.
что, угораешь, что ли? Thank you.
приехали из Испании. Это невозможно. Мы вышли с рукой, я что вышли сразу туда. Как это произошло? Сразу в этот парк, сразу в этот парк. Вышли.
Thank you.
В Москве я...